6 июля прошло очередное заседание административной комиссии. Блюстители правопорядка рассмотрели новые случаи нарушений, зафиксированных в городе. Заседание началось с выступления председателя комиссии Владимира Исаева. Он подвел итоги деятельности коллегиального органа за первое полугодие 2021 года. По его словам, за 6 месяцев работы члены комиссии собирались 10 раз. За это время ими было рассмотрено 115 протоколов об административных правонарушениях. 68 из них за невыполнение требований правил благоустройства, 46 за нарушение тишины и один протокол за торговлю в неустановленных местах. Административной комиссии города было вынесено постановление о назначении наказания в виде предупреждения. Мы предупредили граждан по 12 протоколам. О назначении наказания в виде административного штрафа по 93 протоколам. И по 10 протоколам производство было по делу прекращено. В этот раз на рассмотрение комиссии было представлено 20 заявлений. Больше половины из них, 60%, о нарушении требований, установленных правилами благоустройства территории города, а именно парковка автомобиля на зеленой зоне. Иногда к подобным действиям водителя вынуждают отчаяние и безысходность, ведь вместительными парковочными зонами обустроены далеко не все дворы города. У нас дом многоквартирный, 4 парковочных места всего, места некуда ставить автомобиль. Стихийные парковки во дворах – проблема для всего города. Но в последнее время городские власти пытаются найти выход из сложившегося положения. Решением вопроса с дефицитом парковочного пространства, например, может стать включение придомовой зоны в федеральный проект. Я пытался выйти на кого-нибудь из вашего дома на протяжении уже с ноября прошлого года. Выйти с одной инициативой о том, чтобы вас включить в комфортную городскую среду. Если с вами мы поработаем, может быть, с какой-нибудь инициативной группой соберем с вашего дома, да? Ну, там надо просто поработать с жителями. Мы комплексно тогда все три дома сделаем в один дом. Еще 8 протоколов касались нарушения тишины и спокойствия граждан. По 7 протоколам вынесено решение о наложении штрафа. Рассмотрение еще одного было отложено. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.